очень часто встречается, когда противник переодевается в гражданку. То есть на зачищенную уже территорию, на которой находимся, находится якобы наш тыл, очень часто заходит противник переодетый, причем заходит без оружия, они заходят переодетые в гражданку, находят схроны свои, работают по нашим вооруженным подразделениям и опять же переодеваются, уходят, также складывая оружие в эти схроны назад. Ну, есть такие случаи. То есть это проблема, да? Ну, как бы. Но на самом деле очень часто противник, особенно на заводе Ильича, на Азовстали, очень часто как раз действует именно в этих в робах рабочих. То есть они переодеваются в обычную рабочую одежду. Вот. Ну, вычислять уже научились, это либо ну как, мужчина одетый либо не по размеру, либо какие-то несопоставимые по, скажем там, обувь не подходит там, к одежде, там, что-то по цвету не подходит и так далее. То есть, как бы человек изначально бы не оделся, выйдя на улицу. То есть, видно, что это вещи либо добытые случайно, либо отобранные у кого-то, то есть, это не его, с чужого плеча. Либо это свежая форма, рабочая форма, которую они нашли, там целый склад. Ну, как бы, как не может быть несколько человек одетых в свежую, абсолютно чистую рабочую форму на заводе, ну, откуда он там возьмется. Ну, то есть, ну и, соответственно, когда идет фильтрация тех же беженцев, соответственно, фильтруют, отфильтровывают и по каким-то дополнительным признакам это мужчинам предлагают раздеться. Вот. Очень часто выявляют по татуировкам как раз бойцов Азова, ну, бойцов нацистов. Ну, со времен Чечни еще признаки на теле, да? То есть это синяки от прикладов, это мозоли на пальцах. Характерные потертости, да. И так далее. Ну, кстати говоря, вал видео вот есть в интернете, где именно на блоках вычисляют татуированных всяких, да, то есть, наверное, десятки и сотни, да, или как? Ну, на самом деле, да, десятки, и, скажем так, полиция уже научилась, ну, полицейские формирования МВД, ДНР уже научились по косвенным каким-то разным признакам вычислять этих людей, этих бойцов, вот, то есть, ну, достаточно качественно вычисляют, и, ну, соответственно, они уже на другую фильтрацию поступают.